разогрею туда 180-200 градусов на 30-35 минут наше мясо. Все. Пока у нас мясо готовится в духовке, мы сделаем соус к нему. Для этого нам опять же понадобится лук, нарезанный кружочками, там, полукольцами. Пока у нас лук жарится, мы порежем оставшийся чернослив. Посолим приправу для свинины, опять же. Перемешаем. Добавим огонь. Добавим наши черносливы сюда. Минус 5 они вот сейчас вот обжарятся. Немножко, ну минус 5. Потом добавим сюда воды. Так. Добавляем сюда чуть-чуть воды. Стаканчик. Ну да, не больше, вот чуть-чуть. Накрываем крышкой и будем тушить. Это тоже минут 5. Так, вот начинка у нас осталась, поэтому мы ее так вот так вот разомнем и добавим у нас соус. Буквально на 2-3 минутки и нальем и сливки добавим туда. Добавим чуть-чуть сливочного масла. Вот когда оно растопится, оно быстро растопится, добавим сливки. Вот смесь у нас получается. Добавляем сливки 20% жирности. И будет у нас тоже тушиться примерно минут 10 на медленном огне. В процессе будем посмотреть, если вдруг жидкости бывает этот соус, то можно будет добавить воды. Или еще сливок. Тушим. Ну все, наш соус готов. Можно выключать и остужать. Давайте порежем. Вот таким рецептом я с вами сегодня решила поделиться. Гарнир каждый на свой вкус может выбрать. Соус можно полить прямо на кусочки мяса, а можно кусочки резать и макать в этот соус. Всем приятного аппетита!